Нарты, могучие богатыри, герои нардского эпоса осетин. Даже самый грозный враг уважал нартов за мужество, благородство, за силу духа и мощь тела. Потомки хранят эти качества нартов бережно, словно огонь жизни, которому нельзя дать угаснуть. Друзья, мы рады представить вам шоу-программу Северо-Осетинского государственного конно-драматического театра «Нарты». Легенды возвращаются! Yeah.
Доброе имя – самое ценное и дорогое, что есть у борца. Борец не терпел оскорбления. Если задета честь, отвечать приходилось с кинжалом в руке в честном поединке. И только женщина могла предотвратить смертельный исход. Платок, брошенный между соперниками во время поединка, требовал остановить схватку, как бы ни хотелось одержать победу над врагом.
канадской традиции парень мог выразить свои чувства к девушке только в танце. В плавном и грациозном танце приглашения. А если этот танец исполнялся верхом на конях, он приобретал особенную Thank you.
Лучше всего нарды умели сражаться и побеждать. От перерывов между походами нардские воины соревновались в силе и ловкости. Многие века одним из испытаний на ловкость и сноровку пластин был танец с кинжалами.
Библейские сказания, героический эпос, наполненный шумом битв и красотой национальных образов. С героями эпоса всегда рядом их кони. Нарнских коней практически невозможно одолеть. Встречайте потомков великих нарнов, славных осетинских джигитов и наших прекрасных четвероногих любимцев.
Давайте пересядем, я не могу. Марты легендами возвращаются!